Зеленский отреагировал на удар по Харькову, РФ за все ответит политически и практически. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар России по центру Харькова 30 декабря, об этом сообщает РБК Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского. По словам президента Украины, в Харькове на месте обстрела продолжают работать спасатели. Зеленский заявил, что за каждый нанесенный удар по украинским регионам Россию ждет ответственность. Как политическая, так и практичная, сейчас в Харькове снова идет спасательная операция. И за каждый такой удар по Харьковщине, по нашей Херсонщине, по городам и селам Донецкой, Запорожской области. За все удары по Одессе, по Сумщине, по Киеву и всем другим городам и регионам, за каждый «шахет», за каждую российскую ракету будет справедливая ответственность государства-террориста. И политическая, и очень практичная, заявил Зеленский, российский удар по центру Харькова. Вечером 30 декабря, российские войска ударили по центру Харькова. Ракеты попали в отель «Харьков Палас» и жилой дом. На данный момент, по словам сотрудников Офиса генерального прокурора, известно об 21 пострадавшем. Среди них иностранец и ребенок, по словам мэра Харькова Игоря Терехова, в центре города было два мощных взрыва, это были ракеты типа «С-300», выпущенные из Белгородской области, к слову, появились фотографии. Как сейчас выглядит отель Харьков-Палас, в который попали россияне? Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.